Digma DCM-432 – складной монитор для камеры заднего вида. Сегодня познакомимся с компактным автомобильным монитором, который предназначен для вывода изображения с камеры заднего вида. Устройство имеет небольшие размеры, а его корпус целиком выполнен из пластика. Монитор устанавливается на панель в удобном для водителя месте. В сложенном виде он совершенно не мешает обзору. Чтобы разложить монитор, нужно нажать на маленькую кнопку спереди, и экран автоматически перейдет в рабочее положение. Складывается устройство вручную. Сам дисплей небольшой. 4,3 дюйма по диагонали, разрешение 480 на 272 пикселя. Яркость 250 кандел на метр квадратный. Контрастность 300 к 1. Диапазон напряжения питания от 9 до 28 вольт. А значит, монитор можно установить не только в легковой, но и грузовой автомобиль. Потребление всего 2,5 ватта. С тыльной стороны корпуса выведены провода питания и видеовход. Дисплей автоматически включается при подаче изображения, а в случае использования в паре с камерой заднего вида – при включении и передаче заднего хода. Что в итоге? Это небольшой дополнительный дисплей, который в сложенном состоянии совершенно не мешает обзору, а при необходимости его легко перевести в рабочее положение. Он пригодится тем, у кого штатная магнитола не имеет большого экрана и входа для подключения камеры заднего вида.